Всем привет! Сегодня я хочу показать немецкую зажигалку Huawei. По внешнему виду зажигалка напоминает современный USB флеш-накопитель. Купил эту зажигалку в Соединенных Штатах в феврале 2019 года. Зажигалка весит 23 грамма. В конце ролика я добавлю фото с ее весом. И за видео съемки покажу, как она работает. По просьбе одного из зрителей моего канала, в этом ролике я еще добавлю фото этой зажигалки рядом со спичным коробком, для того, чтобы можно было определить приблизительно размеры зажигалки. Если вам такая идея понравится, пишите в комментариях. А в следующем ролике я буду также дополнять такими фото. Состояние зажигалки очень хорошее. Корпус у нее латунный, с эмалевым покрытием серого цвета. От времени эмалевое покрытие местами вытерлось, местами есть сколы. Но на работоспособность это не влияет. На одной стороне зажигалки есть брендовый значок фирмы Huawei. Какие тут 5 стрел или перьев, как у индейца, и две буквы H и W, заключенные в круг. Ниже название Huawei. Далее идет патент Соединенных Штатов и дата, когда он был зарегистрирован. Апрель 2 число 1912 года. И в самом низу надпись Made in Germany, я думаю, и так для всех понятно. Сделано в Германии. По конструкции зажигалка. Lift arm, поднятая рука. Еще такие зажигалки называют флип-топ. Чтобы ее зажечь, нужно снять вот этот колпачок и прокрутить колесо. Чтобы погасить зажигалку, нужно просто вернуть колпачок на место. Обслуживание этой зажигалки довольно простое. Чтобы ее заправить, нужно вынуть саму зажигалку из нижней части корпуса. И пропитать вату бензина, соответственно. Это винт поджимающий кремень. На головке винта есть рубчатая накатка. Благодаря этой накатке легко укрутить и закрутить винт. Винт с пружиной не соединен. Пружина отдельно от винта. Это кремная трубка, куда вставляется новый кремень. И все в обратном порядке собирается. Вставляется пружина и закручивается винт. Еще попасть в свою проблему. Ну вот, попал. Ну и, соответственно, потом все нужно собрать. Такая вот зажигалочка. Если вам было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Всем удачи!
Зажигалки моя страсть, зажигалки моя страсть, зажигалки моя страсть, зажигалки моя страсть.